До нового учебного года осталось всего 2 недели. К началу сентября все учебные заведения должны быть в порядке. Особое внимание детским садам. Специально для них с 2014 года в Мурманске работает программа «Теплое окно». Как идет подготовка в 97-м детском саду, воспитанники которого особенные дети, лично проверил глава администрации Андрей Сысоев. Просторные светлые помещения, красивая мебель и обновленный пищеблок. Садик номер 97, расположенный на улице Трудовые резервы, к приему детей почти готов. Сейчас в нем завершаются покрасочные работы. В коридорах пахнет краской. Кроме того, в дошкольном образовательном учреждении полностью поменяли системы горячего теплоснабжения. Установили видеонаблюдение и новые стеклопакеты на окнах. Может быть, самый важный результат за последнее время – это то, что мы смогли заменить здесь все окна, 75 штук, и вот та реакция сегодня заведующей, я уверен, что она транслировала реакцию родителей в первую очередь и детей, что действительно в детском саду стало комфортно, несмотря вот на его достаточно большой возраст. Скоро садику исполнится 50 лет, однако сегодня он выглядит свежее многих более молодых учреждений и старается идти в ногу со временем. В дошкольном учреждении создана единственная в Мурманской области группа для детей с нарушениями слуха. В прошлом году детский сад стал победителем в региональном конкурсе на получение грантов в номинации «Детский сад будущего». Благодаря этому здесь появилось современное оборудование для слабослышащих ребят. Инфракрасная беспроводная система усиления звука. Замечательная система, она может настраиваться на любые слуховые аппараты детей и создает комфортную звуковую среду в группе. То есть гасятся все шумовые какие-то помехи, и деткам очень комфортно воспринимать информацию на слух. Работа по обновлению дошкольных образовательных учреждений ведется по всему городу. Делают не только косметические ремонты и устанавливают новые окна, но и закупают новые игрушки. Пока все идет по плану, без сбоев и задержек. А значит, в новом учебном году ребятам в детских садах будет комфортно.